God damn it. Oh no. Oh my God. Damn. Yo! Oh my God! Oh my God! Oh, hell no. I don't even know if I got that on tape. Baby! Like this in the movie. Baby! Baby! Oh shit! This motherfucker. Motherfucker, you say shit like this in the movie. They must got something valuable of his. God damn! Несколько кварталов в районе центральной гостиницы накануне оцепили из-за будильника Чака Норриса. Судя по всему, в автомобиле, который в центре города обезвреживали при помощи робота-сапера, находилась именно эта игрушка. Часы в виде динамита с таймером владельцу Калины подарили друзья. Хозяин машины не нашел ничего лучше, чем расположить подарок в районе лобового стекла над бардачком. Он даже кинул несколько проводов под капот, чтобы запитать табло от автомобиля. Вот только когда по ориентировке его остановили полицейские, устных объяснений, что это всего лишь безобидная игрушка, оказалось недостаточно. Если бы, естественно, у этого гражданина был паспорт на данное изделие, и он бы этим самым доказывал, что это где-то приобретено легальным способом, наверняка ему позволили, по крайней мере, достать, а не проводить такие сложные действия, которые вызвали и неудобства и жителей города Кирова, и потребовали от сотрудников и МВД, и ФСБ привлечения дополнительных ресурсов, в том числе робота-манипулятора. Будильник Чак Норриса, который можно приобрести в интернет-магазине, обезвреживали со всей тщательностью. Владельцу Калины еще повезло, что повреждения при разминировании автомобиля оказались минимальными. От ударной волны в районе бардачка образовалась дырка. При этом изначально двери у машины открывать не хотели, а ударную волну планировали направить через лобовое стекло. По словам полицейских, они действовали по инструкции и по-другому поступить не могли. Ну, мы знаем, что разные предметы продаются в магазинах, которые не требуют разрешений. Это и полногабаритная модели оружия, и в сувенирных лавках различные там модели холодного оружия. Однако, ну, люди не ходят с ними по магазинам, не привлекают к себе внимания, иначе последует аналогичная реакция, то есть звонок в полицию и действия полиции, направленных на проверку вот этого сообщения. Поэтому вот подобный случай, мне кажется, должен послужить уроком и как для продавцов, которые реализуют подобного рода товары, так и для тех, кто их приобретает. Владельцу Калины, который сам того не ожидая устроил настоящий перформанс, ответственность, скорее всего, не грозит. Следователи в действиях кировчанина злого умысла не увидели, поэтому провели лишь профилактическую беседу. Хотя накануне будильник Чак Норриса полностью парализовал движение на главной улице, а ЧП стало самым обсуждаемым событием в Кирове. Километровые пробки, серьезные коррективы в движении пассажирского транспорта, отцепленный за несколько кварталов участок и поднятые по тревоге спецслужбы. Неполный список того, к чему привел необдуманный поступок одного жителя города.
выебывались. Глубоко. Блядь. Вот теперь точно довыебывались.